вечер, мои дорогие подписчики. Ну и все, кто зашли случайно на мой канал. Вот, девочки мои дорогие, хотела вам показать 6, как можно связать зимнее украшение. И уже дней 10 не могу. Ну, никак не получается. Ой, давно уже я собрала на нитку бусинки. Ну, тут самая проблема, собственно говоря, которая, ну, чтобы было отверстие в бусинках, чтобы можно было одеть вот на нитку, на эту вот травки. Вот, у меня их не так много. Ну, ладно, я, самое главное, хочу вам показать, может, кто-то не знает, как это делается. А я когда-то давным-давно вязала такие, дарила подружкам на Новый год. Вот. Ну и вот решила, думаю, сейчас надо вам показать, как это делается. А делается очень просто. Вот. Самое главное, одеть эти бусины на нитку. Вяжем обычную цепочку, самую простую. Ну и тут через сколько петелек, смотрите сами. Если у вас много бусинок, то можно почаще. Я так, наверное, буду, наверное, штук через 20 пускать. И то боюсь, что не хватит, потому что сколько рядов будет. Ничего сложного абсолютно нет. Самое главное, чтобы не попадались узелки. Вот. Тогда сложнее гораздо. Ну, потому что бусинки двигаться не будут. Вот. А так чего? Ну, вот сейчас. Сейчас я немножко провяжу. Почему вот эта травка, ну, она как-то так уютненько смотрится. По-зимнему. Сейчас 16, 17, 18, 19, 20. Ну вот, я как решила, через 20 петелек. А теперь просто пододвигаем бусинку. Все, и дальше. И дальше вяжем. Не стягивайте. Оно не должно быть стянуто. Свободненько должно быть. Ну вот, наверное, я сейчас провяжу сколько-то и потом вам покажу. Ну, в общем, факт тот, что вот так вот эти бусинки должны быть ввязаны в ниточку. Вот видите? Оно не, ну, вообще не сложно, совсем не сложно. Просто время требуется. Ну что, мои дорогие, вот связала я, получилось у меня 8, ой, не знаю, как сказать, цепочек. Я их вот так вот сложила. И вот эти вот края собрала на булавочку. Вот, и сейчас мне надо будет это на пин
и шапочку одеть, чтобы закрепить это окончание. Сейчас будем собирать. Так. Все, я собрала. Время уже 2 часа ночи. Уже ничего не вижу. Не соображаю. Вот, не одела. Так. Вот сейчас надо... Все это загнуть. Наверное, еще разочек, чтобы покрепче было. Сейчас еще разочек скручу. Тянем. Вот. Сделала колечко двойное, чтобы было покрепче. Вот. Шапочка одета у нас. Сейчас я вот это зажигалкой прижгу. Так, ну и теперь с другой стороны. Два, что были у меня, два конца, я вот их завязала. Да, мои дорогие, чуть не забыла. Что значит ночью пора спать. Прежде чем делать вторую сторону, нужно это дело все закрутить. Ну и все у нас закручено. И мы делаем опять то же самое. Опять пин. Одеваем, подтягиваем.
И закручиваем. Вот так вот. Ну и, собственно говоря, сейчас вот видите, да, что тут у нас ничего не видно. Все крепко. Все держится. Так, сейчас сделаем застежку. Разжимаю колечко. Колечки всегда разжимаются в сторону. Так. Не вот так, а вот так в сторону. Так. Так, где еще было колечко у меня? Ой, пора спать, пора. Уже и колечко потеряла. Нашла магнит, он такой сильный. Застежку никак. Вот. Вот такой у меня магнит, он очень сильный. Ну и сейчас покажу на манекене вам. Ну что же, вот такое мягкое и уютное по-зимнему украшение получилось. Но это еще не все. Можно приколоть брошку. Ну, вот это не подходит, скажем так, сюда. Но, правда, уже просто нет сил сейчас ничего искать, подбирать. Но просто вот, чтобы вы понимали, да? Можно подвесить кулон. Или тоже приколоть сюда брошку. По-разному можно. Потом, вот это... Травка у меня бэушная. Это я просто сделала, чтобы вам показать. Когда она новая, конечно же, она будет смотреться гораздо лучше, богаче и красивее. Вот. Но у меня задача была показать вам. Бусинки, конечно, прячутся там. Ну, у меня, опять же, их и немного было. Ну, я думаю, что много и не нужно. Хотя, кому как нравится. Вот. У меня получилось 60 сантиметров. Ну, можно сделать и под шейку, под самую. Можно подобрать цвет ниток специально под какой-то наряд. И будет смотреться очень хорошо и стильно. Вот. Так что спасибо огромное всем, кто досмотрел до конца. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки.
Но всем огромное спасибо за внимание.